Не все то золото, что блестит. Не все. В смысле, не целиком. Но это не главное. Если снаружи золото, то не все ли равно, что там внутри? Но интересно, насколько мы сможем сэкономить? Какой толщины должно быть золотое покрытие, чтобы не стереться от прикосновений, скажем, за пару недель? Сейчас я покажу вам, как можно превратить любой предмет в драгоценность. Как делают самое тонкое на свете золото? Тоньше паутинки, практически прозрачное. Через него можно читать. Сейчас увидим. Это золотых дел мастер. У него действительно золотые руки. Его работа – это настоящее искусство. Уже 45 лет он превращает слитки в хрупкие пластинки. Путь сусального золота начинается здесь. Мастер решает, какой толщины будут листочки и даже какого цвета. Работа кипит, как на кухне. Для каждого оттенка свой рецепт. Если к желтому металлу добавить медь, серебро или платину, можно получить 150 разных цветовых вариантов. Горшочек с жидким золотом отправляется в печь. Золото, смешанное с серебром, будет зеленоватым, с медью – красноватым. Через 40 минут в горячей печке сплав становится жидким, а его поверхность – гладкой. Но металл остывает очень быстро, нужно торопиться. Брусок отправляется на наковальню. На этом первом этапе мастер отбивает его, чтобы не осталось пузырьков воздуха. Кусок металла пропускает через такой вот каток, и так 70 раз. Этот процесс называется вальцовка. В результате получается золотая лента, но пока еще недостаточно тонкая. Посмотрите, это дедовский секрет. Ленту нужно положить в горячие угли, чтобы она оставалась мягкой и не застывала. Теперь наше золото стало толщиной с лист бумаги. 32 одинаковых куска. Помните наш брусок в начале? Он помещался на ладони. А сейчас с помощью этих листочков мы можем позолотить 10 квадратных метров. Но для этого золото нужно отправить под пресс. Всего за 5 минут кусочек становится шире и тоньше – 9 сотых миллиметра. Это в 2 раза меньше, чем толщина человеческого волоса. Но механический молот работает слишком грубо. Покупатели предпочитают золото, отбитое вручную. Клиенты говорят, что такой материал мягче и лучше. Но как можно бить по таким листочкам молотком? Материал прилипнет к инструменту или порвется на части. Чтобы этого не произошло, золото обрабатывают специальной гипсовой смесью и прокладывают листочками полиэтилена. Раньше его заменяла пленка, снятая с говяжьей печени. Впрочем, и сейчас мастер больше полагается не на современные материалы, а на проверенные временем секреты ремесла. Заячья лапка нужна, чтобы нанести дополнительный защитный слой. А потом обязательно надо подышать на золото. Так удаляется лишняя пыль. И на листочки попадает немного влаги. Благодаря этому золото меньше рвется. Но главный секрет – умудриться не попадать себе по пальцам. За 2 часа работы он делает почти 7000 ударов. В том числе с помощью огромного молотка, который весит 12 килограммов. И бить нужно от середины к краям. Теперь через листочек золота можно читать. Сейчас мастер смотрит, не осталось ли на пластинке утолщений, которые необходимо отбить. А вот как его хранят. Главное – не чихнуть ненароком над книжкой. Такой позолотой можно покрыть любой материал. Нужен только небольшой слой клея. В закрытом помещении сусальное золото не осыплется еще 450 лет. На улице – 60 лет. Его даже можно есть. В дорогих ресторанах готовят блюда с украшением из золота. Когда я только начал работать, восхищался золотом. Ну и ну, какой ценный металл, а я его держу в руках. Но уже через пару недель оно стало обычным материалом. Железо или золото – для меня все равно. Ручная работа хорошо оплачивается, но озолотиться на ней невозможно. За всю свою карьеру мастер так и не разбогател. Наверное, дело не в золоте, а в том, как к нему относиться. Для того, чтобы отличить настоящее золото от хитрого сплава,
Его частенько пробовали на зубок. Если оставались вмятины, значит, все в порядке, настоящее золото. Ну, понятно, потому что металл золота, он мягкий. Ну, и из-за этого старинные монеты выглядели слегка пожеванными. Непонятно только одно. Как можно определить подлинность золота, если у тебя, собственно говоря, зубы золотые? И другой вопрос. Как можно определить подлинность золотых зубов?